Известная ульяновская бегунья Татьяна Егорова за своим привычным делом. Учит легкоатлетическому мастерству юных спортсменов. Пяточку на выворот делаем, чтобы вы ее видели. Вот сюда, и стопа танцует, танцует. Не бойтесь танцевать. Вот только тренировка необычная. Она проходит в формате мастер-класса и в рамках проекта «Олимпийский патруль», который пожаловал в рабочий поселок Цельна. И всегда, когда приходит ко мне ребенок тренироваться, в первую очередь я обращаю внимание на стопу. И я ее вот считаю, стараюсь укрепить, поставить технику ребенку. А рядом с бегунами юные футболисты. У них тоже большой праздник. В гостях полузащитник футбольной «Волги». Ее капитан в некоторых матчах Денис Рахманов. Вместе со своими тренерами лидер ульяновского клуба показывает финты, которые сам применяет на практике. За одну тренировку, там, за 30 минут, даже там, за 10 тренировок, технически не научишь и многое не дашь. А в плане того, что ребята загорятся, увидят, допустим, футболистов, которых они видели в городе, которые видели на большом стадионе против там «Зенита», против «Рубина», у них, конечно, загорятся глаза. Под крышей Цельнинского центра культуры и спорта лидеры сборной технического университета Дмитрий Титов, Анна Мингалева и Ильдар Мухутдинов показывают юным теннисистам, как правильно выполнить подачу, как пробить с форхенда и бэкхенда. Название, как и сама техника ударов, мудреные. Нравится заниматься этим теннисом. Я смог повторить почти что с самого начала, но было достаточно сложновато. У организаторов акции также непростая задача – организовать общественников в Олимпийский совет района, подписать соглашение о сотрудничестве с Минспорта, построить планы на ближайшее будущее. И самое главное – определить базовые виды спорта, которые получат для своего развития максимум внимания. И так в каждом районе области, в том числе и в Цельнинском. Мы пытаемся помочь спортивным руководителям и руководителям районов сконцентрировать свои и финансовые, и административные ресурсы на развитие именно тех видов спорта, которые приносят почет и славу району. Цельна – заключительная точка в путешествии олимпийского патруля по районам области. Флаг Олимсовета с автографами лучших спортсменов муниципальных образований планируют сделать первым экспонатом регионального музея спорта, который планируют создать в ближайшем будущем. А сам проект переходит на следующий уровень. Теперь его авторы поедут по районам с методическими целями. Михаил Сашанский, Управа ТВ.